Школа номер один города Видное – участник российского движения школьников. Направление новое и активно развивается. Педагоги учебного учреждения стараются не пропускать все инициативы сообщества. На этот раз в рамках проекта «Вожатые нашего двора» на спортивной площадке организовали для ребят веселые старты. Сегодня у нас была «Разноцветные игры», так называлась наша программа. И посвящена она была вот радости, вот всяким летним таким ярким моментом, для того, чтобы дети поняли, что осень еще не скоро, лето продолжается. И вот все вот увлечены деятельностью. Спортивно-творческий праздник смогли посетить все желающие. Здесь и ученики первой школы, и малыши из соседних дворов. Всего более 20 ребят приходили целыми семьями. Весело было даже взрослым. Мне жена сказала, что иди с детьми, проведи время. Вот я пришел и оказался на очень интересных, веселых стартах. Вот детям это интересно. Естественно, активные игры, особенно во время каникул, они очень важны, так же, как и различные спортивные секции. Ну и, конечно, довольны остались главные герои праздника. Полтора часа активности под веселую музыку, разнообразные конкурсы. У ребят была возможность выложиться на 100%. Мне очень понравилось, весело, интересно. Особо мне понравилось, когда мы рисовали цветы. Было очень интересно, весело. Когда мы делали цветки, рисовали, бегали, занимались. Там очень было весело. Сегодня самый хороший день. Ведь совсем скоро ребята снова вернутся за школьные парты, чтобы продолжить грызть гранит науки и с улыбкой вспоминать такие теплые, беззаботные летние деньки. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.